Журналисты в беде. В Темиртау подожгли редакцию газеты «Зеркало». Неизвестные рано утром закинули в окна бутылки с зажигательной смесью, сообщает в ЧС Карагандинской области. Пожарных вызвали соседи. В офисе редакции пострадали два помещения – кабинет главного редактора и ньюсрум. Как сообщают в профильном ведомстве, в 6:40 утра 7 ноября на пульт 101 поступил звонок о пожаре. В двух оконных рамах пробоины в стекле. В редакции в момент пожара никого не было. В настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная причина – поджог. Напомним, это уже второе происшествие в Темиртауской газете. Ранее неизвестные угрожали корреспонденту. Сами журналисты связывают это с профессиональной деятельностью. 7 ноября около 7 часов утра в пожарную часть Темиртау поступило сообщение о задымлении в редакции газеты «Зеркало». На место выехало пожарное подразделение. По прибытии было обнаружено горение на площади 6 квадратных метров в двух комнатах редакции. Предположительно, через окно было заброшено горючее вещество, что и вызвало пожар. В течение 4 минут пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 4 единицы техники. Сейчас на месте работают дознаватели, выясняют причину пожара.